Уже без малого недели, как художник Калибек Айнажаров из городка Аягуз, что в Восточно-Казахстанской области, ищет встречи с мэром Астаны Имангалита Смагамбетовым. Вот инвалид демонстрирует ответ Имангали Нургалиевича, который сам пригласил его в столицу и обещал выставку. Уважаемый Калибек Шпекпайло, я ознакомился с вашими работами. Предлагаю вам организовать встречу и выставку в Астане в удобное для вас время. Имангали Тасмагамбетов. Калибек приехал и услышал от бдительных клерков горадминистрации: Аким не принимает. Эти художества обидели живописца и побудили провести одиночную гражданскую акцию. Прошу уделить вас время для приема при всей вашей занятости. Я понимаю, что занят человек, государственный муж. Раз, два. Медленно руки опускаем вниз. Народные массы, а именно студенты Государственного юридического университета, заняты исключительно здоровьем, правда, с национальным уклоном. Обычные, на первый взгляд, упражнения, по словам организаторов, названы в честь казахских родов. Самая массовая казахская физзарядка хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Автор затеи – почетный пенсионер и однокашник президента Казахстана Максуд Нарикбаев. И это до неприличия заметно. Итак, первое упражнение – упражнение племени Шпражды, старшего джуза. Для этого мы поднимаем руки на уровне плеч и на ширине плеч. Смотрим на учеников. Максимально выгнули позвоночник. Художник-инвалид Калибек Айнажаров долго не продержался. Он стал объектом повышенного внимания полицейских и прокуроров. Кричащий плакат изъяли, напоследок сказав: «Ждем вас завтра. Завтра Аким примет».